Чему, помимо победного результата, радуется футболист и болельщик? Несомненно, хорошей погоде. Вот и сегодня теплый апрельский день позволяет красно-черным интенсивно тренироваться перед домашней игрой. Не менее важным аспектом является физическое состояние спортсменов, отсутствие красных карточек и травмированных игроков. Все ли в обойме у наставника муромской команды Евгения Перевертайло, рассказал сам тренер. Все в строю бывают очень редко. Также к данной игре мы готовимся. У нас есть травмированные. Я не буду раскрывать всех секретов. Соперник тоже смотрит все интервью и понимает, как действовать там при тех или иных обстоятельствах. Да, есть потери, но есть и обойма вполне достаточная для того, чтобы быть конкурентоспособной командой. Рестарт сезона муромцы проводили в трудной гостевой игре против ленинградца. В прошлое воскресенье нашим футболистам удалось пополнить багаж набранных очков и подняться на третье место. Помочь развить успех своей любимой команде в ближайшей игре против Луки Энергии могут муромские болельщики. Мы готовимся к каждой конкретной игре, учитывая возможности соперника, свои возможности. И, естественно, будем стремиться к победе. Здесь нам могут помочь болельщики. Игра домашняя, поэтому приглашаю всех любителей футбола, всех болельщиков прийти на стадион и поддержать команду. А команда постарается показать интересную, увлекательную игру для болельщиков. Несмотря на то, что муромцы в эту субботу принимают аутсайдера группы «Луки Энергия», нашим футболистам стоит проявить максимальную самоотдачу и порадовать болельщиков победой в первой домашней игре этого года, которая состоится здесь 8 апреля в 17:00. Вадим Уколов, Артем Корнилов, «Наши новости».